Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Давай быка. Блин, бык какой-то турбосложный, не? 20 УЗ, 15 регенерация УЗ, плюс здесь броня, модификаторы типа регенерация усилена на 50%. При получении урона вы взорветесь, нанесете 30 урона. Вы не можете использовать оружие. Давай, ну давай. Я не сильно понимаю, какой ему урон лучше всего стакать. Наверное, милишный. Потому что милишный больше всего флетового дает, да? Я на быке очень давно играл в последний раз, у меня ничего не получилось. А это инженерия, он скейлится? Нет. А вообще, в принципе, если я буду на него инженерию брать, это бет или нотбет? Мне кажется, это нотбет под каким-нибудь мину, турели, не? Или это... вейст бабок? Давайте попробуем. Мне кажется, я последний раз играл на быке до реворка регенерации в игре. Раньше же реген не так работал. Бум. Оп. Едем. Едем. Мне кажется, я все это хочу. Что-то да, по-моему, раз в 5 секунд хилил реген или что-то того. Сам уж плохо помню. Раньше было так, что, короче, кража жизни сильнее в Верли, а реген был сильнее в лейте. Мне это, кстати, нравилось. Кину ром плюс 3. Не буду байтиться, вот это поинтересней. Дать мы инженерии настакали. Единственное говно то, что у нас от инженерии сам персонаж не скелится. Мне кажется, это плохой билд. Типа, он может сработать, но он менее стабильный, чем если просто вкладываться в урон персонажа. Ну, если бы, конечно, он скейлился от инженерии, тогда персонаж был бы супер прямолинейный. И все было бы мега очевидно. Та-та-та-тум. Па-па-па-пам. Пи-пи-пи-пим.
Это не Старс. Не переживай, я тоже первый раз на стриме. Кто еще первый раз на стриме? Ну так видите, сколько нас много первый раз на стриме? Я хочу рестартнуть забег. Сука. Ладно, надо не сдаваться. Опа, мины! Начинаем играть. Как часто они там спавнятся? Раз в 12 секунд одна мина. Угу. Но вообще бык жесткий довольно. Даже с учетом того, что я вложился не в те статы. Ты сдохни. Вау. А что за предмет? Есть же какой-то предмет, который что-то с инженерией делает, не? Трансформирует его во что-то. Или наоборот, есть какой-то предмет, который трансформирует какой-то статус в инженерию, а не саму инженерию. Что у нас по регену? Очень хороший реген. Ладно, я не буду отчаиваться, попробуем этот забег камбэкнуть. Если выйдет, то бык мега изи персонаж. Потому что, мне кажется, мы сильно зафакапили. До такой сложной волны нотбет пришли. Двадцать удачи, 6 уклонений, минус 2 краш жизни, как будто хорошо. Тортик. Урон плюс 4, но это все еще ворсет. 63 72, плюс здесь урона получили, это много. Звук смешной. Как будто они там друг друга отталкиваются. Как будто неестественный для того, что происходит на экране. Донс попросил, взрывы по КД были бы. Да? Ошибся, получается. Мне казалось, наоборот, короче, по старой памяти, то, что предмет убивает персонажа, а он, да, он, по-моему, имба. Затуп. Ну даже если мы скипну в донорство, выиграем этот забег, тогда я не знаю, это персонаж самый сильный на планете Земля. На планете Братейта. Очень много зафармили материалов. Окей. 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 Я это все хочу.
Нет, моя музыка. Не пробовал играть с альтернативными звуками, подбор материалов не так давит на голову. Да мне вроде и так на голову не давит. Чё там за звук? Мне нравится вот этот плюха еще больше. Буль-буль-буль-буль-буль. Как же мы быстро регеним. Интересно, насколько на нем move speed важен. Блин, донорство реально такая имба была бы. По донорству можно было бы и уклонение стакать. А так уклонение как будто нам только вредит. Окей. Окей. Ебать. Вот это ролл. Пиздец. Нормально там турелька пыталась высвободить вторую турельку из дерева. Мне же не показалось, да? Турель, по-моему, реально стрельнула в дерево. Может, что там моб какой-то рядом пробегал? Что 10 хп в секунду регеним. Спасибо. Да пускай будет по приколу. Там сейчас взрыв кританул, подожди, у меня взрывы критуют? А как они вообще критуют, если у меня минус один крит? Но звук крита как будто, не?
непонятно. Вот бы еще какую-нибудь турельчку крутую. Там лазерную или разрывную. Плюс два. Окей. Сколько у нас инженерии? 14. Можно, наверное, залочить взять. Ну чё, пиво на сайте возле игры, это означает, что игра под пиво? Да, там буквально написано об этом. При категории игр под пиво. Не буду раньше времени, конечно, радоваться, и уверенность в забеге пока еще не стопроцентная. Но может быть сегодня этот день братейта, и все забеги с первой попытки проходят. Здорово, Дейтон. Тяжелая волна для милишников. Там бы вообще у нас 18 брони тоже немало. Может быть, нам не помешало бы максимальное хп. Вот это нам надо. Вот это нам супер надо. Ну, заролим, потому что можем. Так, у нас повышенный урон против боссов, но нам нельзя самого босса таранить, потому что он ебать много сносит. Надо рядом с ним противников подрывать. Кажется, у меня урона маловато. 285. Выходим с кольца. Да. Мало денег. Надо как-то убить босса. Бля, и не съедить при этом. Ладно, не будем гридить. Нам вроде на две шмотки хватает. Не, чуть-чуть не хватило. У тебя прокается пассивка, если прокается уклонение? Да по идее нет. 304. Картошка, кстати, хуже даже, чем сплав. Для меня. Ого. Это все нужно. Наверное. Хотя насчет шмупа не уверен. Думаю, шмуп не надо. Ногу урона заберет. Надо сплав брать. Мне кажется, колбаса должна взрывом прокаться. Посмотрим по статистике потом. Охота на баффер. О, уклонение.
Но мы с уклонения можем захилиться. На 5 хп. Это так-то хьюдж. Броня, инженерия, Максу Зе, давай. Максу Зе. Смотрим. 304. 353. Глаза гуд. Это же гуд. Чубзик. Кстати, мы его даже через мумии хуярим. Мам, письменка. Боссов убивать не хватает статов. Окей. Это все хочу. Глаза пришельца суперсильные будут сейчас на мне. У меня их хп много. Я не посмотрел, кстати, сколько колбаса надамажил, не надамажила ли вообще. Да, надамажил 1500. Глаза уже 1000 надамажили. Я кто купил, они уже 1000 надамажили. Нормальная тема. Инженерия в итоге not bad. У нас кучка турелей появилась. Все еще непонятно. Наверное, было бы лучше, если бы эти статы инженерии были в моих взрывах. Нежели в этих турелях. Пожалуйста, Дейтон. Все. Все наладится рано или поздно. Что бот в ТГ не написал в стриме? Да, чё-то сдох, видимо. Пятьдесят семь. 61. Стихийный урон, регенерация ОЗ. Бля, столько всего хорошего. Это то же самое, кстати, что и вот это. Ну, почти. 400. Та-т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 а. Настя весь магазин залочил. Давайте духните, мне надо очень много материалов. Там столько всего в магазине покупать еще предстоит. Собег настолько легкий, что даже стрелять не надо. Окей. Все, да, это финалыч. Тогда возьмем турель. Я думаю, мы не убиваем боссов, как будто просто пытаемся выжить.
Долго продолжить придется. Ну, босс, кстати, NPC неплохо так дохнут. Блин, бык очень сильный. С конца не играешь в поисках легендарных оружек. Я один раз играл Endless. И чё-то как-то я... Не знаю. На постоянной основе в него играть не хочется, наверное. Иногда можно, когда ран какой-то прям прикольный, и ты хочешь что-то выбить конкретное. Но вот на быке, что я такого прям могу выбить... Донорство, которое я скипнул? Наверное, да. Ну, не знаю, это как будто не стоит того прям. Миллион класса, макс хп. Бык слабый, перс, как по мне. Не знаю, я сейчас за него с первой попытки прошел. Причем я сделал упор на инженерию. Урон в ближнем бою плюс 10, стихийный урон плюс 10, дальность минус 20, дальность сбора минус 20. Сильная штука для стихийного миля.